конце февраля Челябинск в полной мере ощутил, на что способна природа. За две недели на город обрушилась двухмесячная норма осадков. Тротуары и проезжую часть завалило плотным тяжелым снегом. Пешеходы и водители столкнулись с непреодолимыми препятствиями. Мэрию засыпали жалобами. Глава южноуральской столицы Наталья Котова дала распоряжение избавиться от последствий разгула стихии как можно скорее. Однако на прошлой неделе процессу помешали сильные морозы. Техника позволяет убирать до минус 25. Вот. Но ввиду того, что были действительно переметы на проезжей части ограничены, ограничение было по тротуарам, по проезжей части, соответственно, пытались максимально выводить технику в максимальных количествах, вот, максимально ремонтировать в кратчайшие сроки, чтобы она была на линии. Помимо этого, работу тормозила нехватка людей и техники. Сейчас проблему удалось решить, и уборку начали вести интенсивней. Вывозка снега увеличилась на 50%, по сводкам мы смотрим, и по данным именно со снегосвалки, по нашим данным, потому что мы проверяем подрядные организации. То есть прирост есть и по людям, и по технике. Колейность и снег с обочин исчезнут уже к концу этой недели. Работу подрядчиков контролируют ежедневно. Сегодня на уборку выходят сотни единиц техники, а вывезенные валы снега измеряются в тоннах. Синоптики вновь обещают снегопады, но уже не такие масштабные. Подрядчики готовы к испытаниям и уверяют, подобных завалов в этом сезоне больше не будет. Наталья Шмухаметова, Илья Капелин, Урал-1.